Город Залужа, художественная гимнастика, уважаемые чиновники Городецкого района. Так как вы далеки от спорта, я веду свой репортаж из города Залужа, где воспиталась олимпийская чемпионка Ирина Белова, чемпионка мира и Европы Наталья Пичушкина, чемпионка Европы Ольга Распопина и многие другие чемпионки, которые еще растут в этом городе. Занимается очень много девочек, буквально около 200 девочек занимается у заслуженных тренеров России, у Ларисы Викторовны Беловой и у Лидии Викторовны Ворониной. Что же на сегодня происходит у нас в городе Залужа? Художественной гимнастике, конечно, нужен свой спортивный зал. Так как вот буквально они занимаются, вот вы видите, да, эти девчонки. Вот справа идет баскетбол. Ну какой это может быть спортивный комплекс неплохой, но какой может быть... Какая может быть тренировка, когда вот баскетбол играют, тренировки тут, то есть власть нашего Городецкого района, она не готова к таким, как сделать ЗЮШОР, детскую юношу спортивную школу Олимпийского резерва, хотя результат позволяет это сделать в этом городе, но к нашему великому сожалению власть Городецкого района не спортивная. Что же нам сегодня предстоит выяснить, как будут обстоять дела в нашем спорте? Конечно, очень плохо, что нету среди чиновников, спортсменов, которые болеют душой за спорт. На самом деле, одна показуха. Вот. Я как депутат Земского собрания Городецкого района конкретно заявляю, что городецкая власть, хватит заниматься говном. Пора реально строить для художественной гимнастики специализированный спортивный зал, именно ангар. Себестоимость этому залу не так много денег займет, около 10 миллионов рублей. Вот, ну, еще что хочу сказать. Хочется сказать, что деньги в России есть, и деньги немалые есть. Только осталось главе администрации Городецкого района, а также главе по спорту Городецкого района и многим чинушам, которые сидят как гривотрясы и как лизоблюды, подхалимничают, лучше искренне послать, чем искусственно улыбаться, уважаемые депутаты. К вам тоже это имеет обращение. И я, не скрывая своего лица, хочу вам показать, что депутат Земского собрания Гоголев Андрей Николаевич конкретно заявляет: дорогие друзья, дорогие чиновники, пора задуматься о реальных делах, а не виртуальных. Поэтому задумайтесь, чтобы наш Городецкий район превращался в спортивную индустрию. Да услышит наш российский бог Владимир Путин.